Шесть лет назад в Москве был подло убит хартизянин Юрий Буданов. Человек, о судьбе и о делах которого в обществе до сих пор не затихают споры. Во дворе дома на Комсомольском проспекте, где был застрелен бывший полковник российской армии, установлена мемориальная плита. На черном камне высечены слова. 10 июня 2011 года здесь был предательски убит гвардии полковник Юрий Буданов, отдавший жизнь родине, честь никому. В Харцизске памятных знаков, посвященных памяти Юрия Буданова, нет. Поэтому в очередную годовщину смерти отважного танкиста харцизские друзья и боевые товарищи офицера собрались у танка. Юрий Буданов родился в Харцизске в 1963 году. После окончания Харьковского танкового училища служил сначала в Советской, а затем в Российской армии. Принимал участие в обеих чеченских кампаниях, командовал гвардейским танковым полком. Дважды был контужен, награжден орденом мужества. В 2000 году полковника Буданова арестовали по обвинению в убийстве чеченской девушки, которая, по некоторым данным, была снайпером одного из бандформирований. Суд приговорил Юрия Буданова к 10 годам лишения свободы. В заключении он провел 6 лет, после чего вышел на свободу, но через 2 года, в июне 2011-го, был застрелен бандитом в центре Москвы. Почтить память Юрия Буданова в Харцизске у легендарной 34-ки хмурым субботним утром собрались боевые товарищи танкиста и его давние знакомые. Мы под Грозным встретились. Ребята попали в окружение. И невзирая ни на что, на запреты, ну, потому что руководство есть руководство, понятно, нужно слушать, уважать, потому что все мы носим погоны. Но он сделал так, отправил сам лично на одном танке, на втором танке поехал его зам и вытащили с окружения ну, практически где-то около 50 человек. Он спас ребят, там и раненые были, и убитые были, но он всех вывез на двух этих танках. И вот я тогда познакомился, потому что мы выгружали, мы как раз колонну сопровождали. Инициатором скромного мероприятия, посвященного памяти Юрия Буданова, выступила Харцизская городская организация «Союз боевое братство». Мы с ним не служили, конечно, но он сам интернационалист. Юрий Буданов служил в Венгрии, он интернационалист. Ну, просто мы хотим почтить его память, потому что он харцизянин. В память о погибшем 6 лет назад харцизянине, честном офицере, как отзываются о Юрии Буданове сослуживцы, собравшиеся возложили к подножию памятника пионы и красные гвоздики.